Всем привет, друзья, с вами Чавес, и это еще один топчик, черт возьми, пошли топчики, топ-1, и причем довольно забавный топ-1, такой просто вот на соплях, вот просто, я думал, что как бы там мне уже ловить нечего, думаю, ну хотя бы в топ-10 там доползти, и уже будет неплохо, и тем не менее, это все обернулось довольно забавно. В общем, я как обычно не стал включать начало, где я там бегал, лутался, хотя там было пару скальпов, которых я снял, но, к сожалению, получилось только записать последние 20 минут. Короче, я, в принципе, даже не рассчитывал, запись не включал и не рассчитывал, что из этой катки что-то получится, потому что до этого две катки были просто отвратительные, меня убивали, я даже не успел никого убить, ну, такие себе, короче. Вот, поэтому вкратце расскажу, как это все началось, с чего это все началось. А потом уже увидите, к чему это все придет. В общем, упал я на контейнеры, порт, тот самый порт с контейнерами, куча контейнеров и ангаров. В расчете на то, что вот сейчас зарублюсь, вот пару типочков привалю и как бы буду уже спокоен, а там дальше пофигу, что получится. Ну, в общем-то, неплохо довольно-таки получилось. Первого типа я завалил в дробовика, он пытался от меня убежать. Я вовремя, нормально, в правильный ангар упал, в котором было оружие. Далее бегал, лутался, наткнулся еще на одного чувака, привалил. Итого двоих я уже там в этих контейнерах убил. Это уже было хорошо, поэтому я уже был доволен. Немножко залутался, в целом лут был, но с маленьким нюансом. Броня была, каска была, рюкзачок, оружие, все хорошо. Но просто не было медикаментов. Вот совсем. В этих контейнерах я ничего не нашел. Тех, кого я убил, соответственно, тоже там у них ничего не было. А потом уже с этого порта бежал вот до этого места, где я сейчас, за каким-то типом. Ну, а, соответственно, тип просто, как я не знаю, какая-то буря проходился по этим домам и собирал абсолютно весь лут. Мне толком ничего не оставалось после него. Ну, и как бы, а мне другого варианта не было. Я был пешком, машину не нашел. И вся моя стратегия была в том, что, ну, надо бежать пешочком до зоны и пытаться кого-то отстреливать, кого-то отстрелить, ну, и, может быть, у него найду лут. Потому что, ну, реально, я за кем-то, реально прям по пятам какого-то типа шел, который лутал все дома и просто ничего мне не оставал, не оставлял. А мне как бы деваться некуда. Это был кратчайший путь до зоны, поэтому вариантов у меня не было как-то по-другому побежать, какие-то еще другие дома забежать. Зона начинала уже потихоньку меня поддавливать, поэтому побежали с тем, что есть. Ну, в общем, как я и говорил, я уже особо не рассчитывал, что тут будет все хорошо. 24 выживших. И самое интересное, сейчас думаю, где мне тормознуться. Впереди поле, и фиг его знает, 24 человека, откуда меня могут завалить. Но я решил, что если я левее побегу по холмику, тогда мне на холмике меня точно кто-нибудь заметит и привалит. Поэтому я думаю наоборот, я сейчас спущусь в это поле, здесь есть просто замечательнейшие просто кусты, замечательнейшая травка или как она, рожь. В общем, здесь можно будет ползком, если что, спрятаться, никто тебя не увидит, все будет довольно-таки неплохо. Так и, в общем-то, получилось, я спрятался. Теперь слушаем. Слушаем, где и кто. И заодно определяемся, как бежать дальше и куда круг пойдет. Ну, к счастью, круг не так далеко от меня убежал. Мне бежать недалеко, но бежать через поле. С правой стороны есть домики. И, скорее всего, тип, за которым я бежал, скорее всего, в этих домиках. То есть, если я просто сейчас встану и побегу по полю, я был практически уверен, что здесь какой-нибудь в поле, такой же заседалец, как и я, точно будет. Либо тот тип из этого дома, который, ну, за которым я и бежал. Слышу, слева нормально так стреляют. Там весело, уже 16 человек осталось. Время потихонечку поджимает. Оп. И вот он, контакт. Опа! Пошла перестрелочка у пацанов. Так, неплохо. Я думаю, ну, неплохо, в принципе. Пускай пацаны там рубятся, что я им буду мешать-то? Сейчас победителя, так сказать, всей этой перестрелки сам привалю. Не понял, то ли убил он... Вроде бы убил, а вроде бы нет убил, с кем они перестреливались. 45 секунд, и потихонечку надо уже ползти к зоне, потому что я не хотел вставать потом и бежать. Я хотел потихонечку также и продвигаться, чтобы меня не было видно. Но с другой стороны, я точно теперь знаю, что как минимум один чувак у меня есть справа. 30 секунд,
Если я не буду успевать в зону. Опа! А вот и он. А вот и чувак. Так. Как бы его так привалить? Так не видно. С аркадного. Попробуй с аркадного. Блин, с аркадного не попаду сейчас. Поближе подошел. Блин, и он падает туда-сюда бегает. Думаю, как бы так, чтобы остановился. Я с СКС-ки ему дал пулька, а потом добил. Остановись, падла! Оп! Так, не зашло. Скар. Оп! Тащи. Добито. Все, хорошо. Добито. Но зона пошла. Все, надо вставать и бежать. Надо бежать. Я надеюсь, что это был тот чувак, единственный, который был с правой стороны, тот самый победитель. О-о! Еще один чувак. А зона, а я коцаный. Надо стрелять. Добил. Хорошо. Быстро забегаем в зону. Минус 4. Быстро забегаем в зону и падаем. Надеюсь, меня никто не видит. Просто я надеюсь на то, что меня никто не видит. Зона коцает, а у меня все так же. Я пацанов тех лутать не могу. Потому что, блин, точно не успею. Зона меня схавает. ХПшки нету просто. И просто нету даже бинтов. Нету даже бинтов. Вообще ничего нету. Но, тем временем, уже 8 осталось живых. Я как минимум в топ-10 зашел. Но я такой думаю, уже здесь, я уже думаю, о, уже 7, уже 7. Я как бы думаю, ну, в принципе, нормуль. Ну, как бы, тут, ну, понятное дело, что ловить нечего, потому что я сейчас, как только встречаюсь с каким-нибудь чуваком, в меня залетает первая же пулька от него, и все, и я труп. Здоровья нету, хилиться, лечиться нечем. Но двигать куда-то надо. Я точно слышал, что с левой стороны где-то стреляли. Можно потихонечку подползти, вот, или даже уже, наверное, ползти долго. Надо уже потихонечку перебегать. Сзади уже вроде бы точно никого не осталось. Все, этих пацанов, которые перестреливались, я убил, и больше там никого не может быть. Но вот впереди на холмике 100% кто-то есть, я просто уверен. Можно потихонечку сейчас встать, и под кронами деревьев с правой стороны кто-то тоже стреляет. Можно потихонечку вот под кроны подбежать сейчас, и потом как-то закрываясь кронами деревьев, листвой, как-то потихонечку подниматься вверх. То есть хотя бы убедиться, что слева. Просто вверх подниматься по центру не вариант. Как бы ты можешь попасть под обстрел сразу и с одной, и с другой стороны. Поэтому держусь с левой стороны. Попробую с левой стороны как-то подтянуться. 6 секунд, все, вариантов нет, убежать надо. Надо бежать в зону. Чекаю на холмике, есть ли кто-нибудь или нету. Блин, есть или нету, вариантов нету, надо бежать. Если меня сейчас зона начнет хавать, то я просто умираю и все. И это без вариантов. Как бы просто надеюсь на то, что сверху с холмика меня сейчас никто не спалит. Там точно есть кто-то наверху. Заползаем. Заползаем. Ох, их там, их четверо. Осталось уже четверо. Все. Аккуратненько, аккуратненько теперь ползком поднимаемся на этот холмик и чекаем, если там кто, точнее там точно кто-то есть, и чекаем этого пацана. Если у меня получается его врасплох застигнуть, я его просто убиваю и наконец-таки глядишь там и получаю аптечки и хоть какой-то хил, чтобы я мог подхилиться. Гранаты летают. Три! Уже трое осталось, остался я и два пацана. Один, по идее, где-то справа. Туда за холмиком. И вот один где-то здесь точно был. Здесь точно была перестрелка. И здесь как минимум один пацан есть. Время пока еще по зоне есть. Поэтому я никуда не тороплюсь. Я ползком подползаю на холмик. И из этого холмика чекаю. По идее, если здесь тип есть, я его точно увижу. Вряд ли он куда-то убежал. Нафига ему бежать сейчас в центр? Как бы еще время есть зоны. Он где-то здесь. Чекаем. 30 секунд до конца зоны. Ползем, ползем, ползем. Никого. Никого не вижу. Но он здесь точно должен быть. Твою за ногу. 17 секунд. И мне придется вперед бежать. 11 секунд. 10. 10 секунд. Чувака не вижу. Чтоб его черти драли. Где он? 2 секунды. Все, надо вставать бежать. Надо вставать бежать. Где он? А вот это что впереди? Опа! А это кто такой? Это труп? Оп! Твою за ногу! Еле убил его, лежачего пацана. Вот вы просто посмотрите на здоровье. Мне чисто повезло, что он меня не убил. Он просто еще и развернулся и дал мне.
аптечечки, энергетики, просто все, что нужно. Остались один на один. Но теперь у меня уже есть наконец-таки и энергетики, и аптечки, и вся фигня. В принципе, снаряжение у меня, оружие есть. С оружием проблем нету. Все нормально. Хилимся. Чекаем следующего, последнего оставшегося типа. Мы один на один. Зона впереди. Мне придется вперед двигать. Справа вроде бы никого нету. Впереди холмик. Ну, как бы гадалки не ходи, чувак. За этим холмиком. 100%. Видимо, этот тип как раз его там и выглядывал. Надо подхилиться. Максимально подхилиться. Забуститься всем, чем есть. 20 секунд до зоны. Как зона пойдет, потом будем двигать вперед. Где он там сидит за холмиком? Может быть, прям сразу за холмиком лежит. Может, ну, время есть, потихонечку, потихонечку будем подбираться. 10 секунд. Все, здоровье у меня, в принципе, восстановилось уже на максимум. Поползли. Никого. Пока никого не вижу. А вот это чья там морда возле дерева? А вот и он. А вот и он. Берем СКС-очку. Тащи. Одна зашла точно, пулька. Падла убежал. И зона пошла. Побежали, побежали, побежали. Целим его. Зона. Не забываем про зону. Ах ты, сучка. Просадил меня. Подхилимся. Все, он за деревом. Он за деревом. Так, как бы его обойти? Попробуем с левой стороны обойти. Аккуратненько обходим с левой стороны и убиваем его. Изи. Как он так спрятался? Ни хера не видно за деревом. Захожу с левой стороны. Ни хера не видно его. Блин, думаю, под холмиком, что ли, сидит уже где-то и залег. Я был практически уверен, что он меня не должен видеть. Но по ходу дела он меня видит. Да, он меня видит, он вылазит. Я перехожу с левой стороны, он перемещается за деревом. Я с правой стороны иду, он меня видит. Попробую. Ну, надо выходить на Верочку стрелять. Блин, руку видно, но маловато. Сейчас стрелять начну, точно зайдет. Да, уже спрятался. Можно попробовать обойти чуть дальше. И тут я просто забыл про то, что у меня одна грена была. Я просто про нее забыл. Я думаю, как я думал о том, как бы с какой бы стороны его обойти и привалить. И вот он меня не заметил, когда я переходил. Просаживаю его, он просаживает меня, неплохо так. Сидит, перебегает за холмик. Я думаю, блин, надо быстрее успеть дохилиться. Ложимся. Тащи, в землю попадаю. Давай, давай, иди сюда. Опять в землю. Не попадаю. Перезарядочка. Иди сюда. Давай, давай, давай. А ну вылази. А лови. Ача! Готово. Победа вместо обеда. И вот так вот просто на соплях, без какого-либо хила, без аптечек, без бинтов, без нифига. Топ-1, минус 6. Тащите. Не забываем ставить лайки за этот еще один топчик. Подписываемся на канал и всем удачи, пока.